Вообще сам по себе кузов в заводских условиях обработан очень небольшим тонким слоем антикоррозийной обработки. И требует повторной, дополнительной, ну, антикоррозийной обработки. Вот. Особенно в скрытых местах. Здесь конструкция построена таким образом, что ниши подкрылка, ну, не закрыты. Вот попадание влаги и песка и грязи, ну и тем не менее снега. Вот. Подкрылки прямо крепятся на бампер. И при налипании, при образовании там, ну, даже зимой, снега и льда, вот, они будут, ну, проваливаться. Помимо этого, очень большая шумность сзади создается при такой конструкции. То есть желательно снимать задние подкрылки, передние, и дополнительно их обесшумливать для того, чтобы добиваться более лучшей и комфортабельной езды. Мы можем обратить внимание на конструкцию задней балки. Здесь представлена самая простейшая из задних подвесок, существующих на сегодняшний день, активно использующая, ну, используемая в автопроизводстве. Вот. Это жесткая балка без стабилизатора, без торсиона, с двумя отдельными пружинами и с двумя отдельными амортизаторами. Вот. Она в последующей эксплуатации довольно-таки дешевая, вот. Но, к сожалению, она создает определенную некомфортабельность в езде, она жестковатая, она барабанит, и она не всегда корректно автомобиль поддерживает на дороге, на виражах. Тормозная задняя система барабанного типа. Она более долговечна, проста в эксплуатации, но требует порой за собой минимального ухода, снятия и чистки задних тормозных колес. Из видимых предположительных недостатков будущего владельца такого автомобиля, вот, можно отметить вот эту вот тормозащиту выхлопной системы, вот, которая крайне не корректно закреплена и будет подвергаться постоянной деформации, вот, что может привести к вибрации выхлопной системы по вот этой вот защите. И топливная магистраль, которая расположена вот в таком вот ракурсе, и мы можем наблюдать факт того, что уже при минимальной эксплуатации автомобиля вот это крепление защелки с топливной магистрали уже было сорвано, и она болтается все время внизу. Давайте обратим внимание на шахту, продольную кузовную шахту. Вот. Мы можем обратить внимание на ее величину, на предполагаемые крепления в ребрах жесткости. И мы можем предполагать, что такой автомобиль разрабатывался с целью наличия на нем полного привода. Теперь давайте оценим качество лакокрасочного покрытия и сборки кузовных деталей автомобиля. Первое, что нужно отметить, зазоры автомобиля довольно-таки абсолютно разные все между собой. Ну, что не характерно новому автомобилю. Мы можем посмотреть разницу перепада между передними и задними дверьми. Насколько разная щель задней двери прилегания к заднему крылу. Вместе стыковки бампера и переднего крыла мы можем обратить внимание на то, что он уже неравномерно прилегает. Мы очень часто начинаем сталкиваться с тем, что в бюджетных версиях автомобилей лакокрасочное покрытие заканчивается только на наружных частях кузова. Если мы возьмем подкапотное пространство, то мы можем обратить внимание, что лака мы здесь не увидим, и в дальнейшем перепылов вот в этих частях кузова краски практически не нанесено. Продолжая тему красочного покрытия, мы можем обратить внимание на стыковку заднего крыла, задней панели кузова. Краска нанесена только по грани заднего крыла. Вот эта вся часть, она не защищена, и около стекла есть наклон. Очень заметно увеличена сорность лакокрасочного покрытия в заводских условиях. Задняя крышка багажника больше похожа на барабан ввиду своей определенной конструкции, без видимых
наличие обдушевляющего герметика, как у Завнова, вот мы можем наблюдать при эксплуатации автомобиля, одна рука уже покинула свое место расположения, а вторая, видимо, через определенное время создаст ненужные шумовые эффекты. Определенное внимание можно обратить на нижнюю часть ниши запаски, на которую ложится полочка. Полочка уже вытянула как раз себе покрытие на этой нише. Это может говорить о том, что в будущем появится на этом месте коррозия.